курьере по воскресным по утрам. А передача в мире Дэнди прямо в дом приходит вам. А ты послушай в оба уха и смотри во все глаза. А ты узнаешь очень много меньше, чем за полчаса. А на создание передачи помогает магазин. Он называется Дом Дэнди. В нашем мире он один. А в мире Дэнди. А в мире Дэнди. В мире Дэнди, в мире Дэнди. А в мире Дэнди, в мире Дэнди, в мире Дэнди. А в мире Дэнди, в мире Дэнди. Доброе утро, дорогие телезрители! В эфире передача «Мир Дэнди». Как и в прошлом воскресенье, как и каждое воскресенье за почти 4 года, в эфир будет ваша любимая передача. Сегодня мы приготовили для вас классную передачку, и я очень надеюсь, что она вам понравится. А то, что мне надоело играть с этим шариком, а? Нет, у меня сегодня просто хорошее настроение, я думаю, мое настроение передастся от нашей передачи. Я тоже так думаю. Помните, в одной из наших прошлых передач мы рассказывали о игре «Цивилизация 2» английской версии? Да, «Civilization 2». Ха, если 2, то и рассказывать надо 2 раза. Да, в магазине «Роллспорт» теперь появилась русская версия. Русская версия, не английская. Вы чё ха-ха, вы чё ха-ха, стратегии на русском лучше, поверьте нам. Честно говоря, когда я увидел впервые эту игру, меня потянуло выкинуть ее с балкона 14 этажа и смотреть, как она летит полетом птицы. Но все же, поразмыслив немного, я решил, диск-то не мой, и мне ничего не оставалось, как оставить ее в Sony и продолжать играть. И вот, поиграв минуток с 10, мне уже не хотелось выключать приставку. Мало того, я полностью, как говорится, ушел, и уже не общался с этим реальным миром. И когда я очнулся, было уже 4 часа утра, а ведь 8 часов в школу, ну я так и проиграл до 7. И потом думал и думал, почему это так получилось. И вот пришел к выводу, что это самая лучшая стратегия всех поколений. Цель игры – это развить свой город со времен правления Елизаветы I и Екатерины, тоже I, до далекого будущего. Город же можно выбрать любой. И вот выстраиваете вы станции, как тут появляются варвары, и это тут тоже есть. Конечно, надо войско создавать. Кроме того, с самого начала надо открывать все новое. Например, алфавит, письмо, кодексы законов и тому подобное. Для этого надо нанимать ученых. В общем, для каждого дела своя рабочая сила. Денег вам дается на все, ни много ни мало, 40 тысяч чего-то. В процессе развития земель или даже разведывания можно найти золото, сокровища, минералы и еще много полезных вещей для развития вашей страны. Во все дела суют свой нос советчики, но не стоит уделять им особого внимания. Но стоит уделить внимание, на мой взгляд, только этой замечательной стратегии, за которой можно провести даже целый год. Не пропустите сокровища. Внимание, внимание! В магазине «Роллспорт» появились лазерные указки различных видов, большим выбором наставников, звезды, фигуры, твиксы и так далее, в виде письменных ручек и обыкновенных белков. Высокое качество проекции, экономичный расход батареек, небольшая цена, приятно удивят вас. Приходите в магазин «Роллспорт» на улице Богдана Хмельницкого, 33. Выберите свою указку. В эфире хит-парад «Мир Дэнди», и на этот раз он будет не то, что в прошлый раз, не то, что в позапрошлый раз, не то, что в поза. Впрочем, хит-парад боевой стратегии. Пятое место Z. Война роботов. Хотя игра весьма необычная, но очень интересная. Гранадрик. Четвертое место. Warcraft. Вечная война людей и орков. Третье место. Command & Conquer. Одна из самых первых стратегий. Второе место. Command & Conquer Red Alert. Достойное продолжение первой части. И, конечно, на первом месте Red Alert Recalation. Больше юнитов. Большие зоны, больше интереса. Я большой фанат Twisted Metal, но тогда тебе наверняка понравится игра Dead in the Water.
Почему? Да потому что. Посмотри и все увидишь сам. Это игра не на русском. В общем-то, по названию, наверное, сразу можно понять, какого рода игра. Программисты совершенно новой компании решили сделать нечто похожее на все хиты 90-х годов. Что за взятка из Twisted Metal? Вернее, вся игра и есть зеркало джетмота и Twisted Metal. То есть приходится ездить на лодках всех типов по водным просторам, взрывая своих противников и используя огромное количество оружия. Персонажей в игре не только много, но и все они такие прикольные. Вот уж действительно дед. Такие как пират, ковбой, полицейский, прямо outlaw, водолаз, нечто похожее на Эдди и Стекина и так далее. Кто-то сильнее, кто-то слабее. Кстати, разрушать вы можете все, что не попадется вам под руку. Правда, это отнимет у вас немного энергии, но это ничего. Зато эффект какой. А сколько всевозможных прибамбасов можно насобирать в течение боя. Это и ракеты, и бомбы, которые, когда взрываются, создают огромный эффект на воде. Невидимость, нитро, защитное поле, как Wipeout, мины и тому подобное. Насобирав достаточное количество боеприпасов, вы без труда подобьете любого противника. Но в том-то и дело, что в Dead in Water есть два вида игры. Это гонки и всеми любимые битвы. В игру можно играть вдвоем, либо по сети, либо на разделенном экране. Dead in Water действительно достойная вещь. Есть гарантия, что с этой игрой вы забудете про все на свете. Это хит. Каждое воскресенье на телеканале «Премьер» развлекательная и познавательная программа «Мир Дэнди». В ней есть все, что нужно настоящему игроку. Самые свежие компьютерные новости, всевозможные конкурсы и викторины, куча полезных секретов, ну и, конечно же, сами игры. Если вы заядлый компьютерный фанат или хотя бы увлекаетесь этим делом, то, безусловно, эта передача для вас. Итак, каждое воскресенье в 10:30, несмотря на то, что хочется спать, включаем свои телевизоры и смотрим «Мир Дэнди». Новинки игрового мира! Они просто хотели сказать, что они перекатывали из интернета и переписывали дискету, чтобы показать вам, рассказать вам. Они будут очень интересные, вы знаете это, да. Capcom анонсирует новую двухмерную драку из серии «Уличный боец». Street Fighter Alpha 3. 31 боец плюс 4 секретных. Яркие спецэффекты, новые приемы и незабываемый азарт. Все это обещано. Теперь остается ждать апреля. Теперь новая информация об Ice Combat 3. Сейчас вы видите 10 новых скриншотов. Да, графика просто класс. И как обещают, такое она и останется. Добавят новые миссии, реальные самолеты, более реальное управление. Теперь остается только ждать этот 100% хит. Отвлечемся немножечко от приставочки Sony PlayStation и поговорим о других платформах. Я сейчас в руках держу вот такое творение японских разработчиков. То ли приставка Sega Mega Drive 2, то ли музыкальный центр Эйва. Что же это такое, вы сейчас и узнаете. Итак, что же это такое? То ли приставка, то ли CD-плеер. Рассмотрим все по порядку. Во-первых, у этого строения имеется слот для картриджей Sega. Вставляем игру, запускаем, и процесс пошел. Теперь мы можем играть в наши любимые хиты. Джим, Соник, Формула 1 и так далее. С этим все ясно, но зачем тогда такие размеры? Оказывается, здесь имеется возможность прослушивать музыкальные CD-диски. И не через TV, как у Sony, а через встроенные стереоколонки. Теперь все ясно. Это игровая приставка Sega Mega Drive 2 и крутейший CD-плеер Эйва. Так что если вы заинтересовались данным творением японских разработчиков, приходите в магазин Roll Sport, отдел видеоигр, на улице Богдана Хмельницкого, 33. Сделайте свой выбор. Tomb Raider 3! Полная русская версия. Да да, вот не так, блин, ты чё нас? Понятно. Tomb Raider 3! Полностью русская версия! Tomb Raider 3! Полностью русская версия! Полностью! А теперь Tomb Raider 3! Не упадите! Полностью русская версия!
Мы уже вели речь об этой игре, но тогда это был простой релиз, а очередное приключение Лары. Теперь же, когда райдер пройден, можно с уверенностью сказать, что игра удалась. 5 различных точек света предстоит облазить тем, кто еще только начинает играть. Непроходимые джунгли Африки, экзотические острова, ночной Лондон, пустыня Невада и промерзшая до мозга костей Антарктика. Уровни намудрены до невозможности. Одним словом, гигантские трехмерные лабиринты. Постоянно придется куда-то бежать, прыгать, зацепляться, ползать, уворачиваться от огромных камней и преодолевать хитрые ловушки. Ха, семечки. Да не совсем, ведь противники не дремлют. А это и люди, и другое живье в виде безобидных рипторов и дружелюбно настроенных тирексов, которых мы будем сражать градом свинца. Из пистолетов, УЗИ, гранатомета, ракетницы М-16, а оружия хватит на всех. Предстоит покататься на джипе, поплавать на бодискафе и туземском челноке. Одним словом, приключение обещает быть нелегким, но очень интересным. Только в магазине Roll Sport. Настоящие спортивные очки Uvex. Фирменный дизайн и безупречное качество. Очки Uvex полностью защищают глаза от ультрафиолета. Не бьются и не царапаются. Абсолютно антистатичны. А некоторые модели способны превратить пасмурный день в солнечный. Очки Uvex не искажают реальности. Они делают реальность лучше. Фирменные очки Uvex в магазине Roll Sport. Дело самый крутой на дискотеках. Он книги не читает, сидя в библиотеках. О чем это вы? А, давненько мы не проводили конкурсы в нашей передаче. Просто мы пытались придумать что-то более интересное, более увлекательное, более сложное и более музыкальное. И вот, наконец, мы придумали. Чтобы участвовать в нашем конкурсе, вам нужен диск Music. Если уже у вас нет этого диска, то просто зайдите в магазин Roll Sport и купите. Условия нашего конкурса таковы. Вам нужно составить самую крутую, навороченную композицию, используя все возможности этой программы. Мы, моряка, приносите по четверг в магазин Roll Sport. И уже в следующей передаче мы узнаем, кто же выиграл в нашем конкурсе на лучшего диджея этой программки. А как же приз? Приз? А пускай приз останется для наших телезрителей сюрпризом. О нем вы тоже узнаете в следующее воскресенье. Да, кстати, и не сломайте все ваши пластинки. А теперь традиционная рубрика Help. И сегодня будут новые секреты для игры Апокалипсис. Все коды вводятся в режиме паузы при зажатой кнопке L1. Выбор под уровня. Треугольник вверх, X вниз. Все оружие. Квадрат 0. Вверх-вниз. X квадрат. Вечные жизни. Треугольник 0. X квадрат. Дебаг режим. Вниз-вниз. Треугольник. Ну вот, дорогие телезрители, к сожалению, наша передача подошла к концу. Артур! А, ты чё такой грустный? Да вот мне очень больно расставаться с нашими телезрителями. Да? И куда ж подевалось все твое хорошее настроение? Мое настроение ушло к телезрителям. Да? Ну ты не расстраивайся, у тебя еще есть целая неделя, чтобы подкопить нового хорошего настроения. А если у вас понизилось настроение, и вы не хотите расставаться с виртуальной реальностью, то почаще заглядывайте в магазин Roll Sport на Богдана Хмельницкого.